Привет, меломаны! Сегодня у нас челлендж, который проходят люди исключительно с отличным слухом. Угадай песню по мелодии. Если тебе грех жаловаться на свои уши, тогда прямо сейчас поставь лайк под этим видео. Погнали! И еще, если ты любишь пабок или другие крутые шутеры, тогда рекомендую тебе заглянуть на канал Вальтобор. Здесь ты найдешь много интересных прохождений и еженедельные игровые стримы. Кого заинтересовало, все ссылочки будут в описании. Второй бит – это дуэт из ребят Гидаят и Газан, и трек с историей о резком и глобальном обострении высокомерия у некоторых девушек «Корона минус». Думаю, здесь было тоже легко, и вы узнали знакомый мотивчик недавнего хита от 16-летней исполнительницы Агунда, которая не без помощи Тайпана первым же своим треком покорила ведущие площадки страны «Луна не знает пути». Четвертая мелодия – это очередной трек от белорусского исполнителя Макса Коржа про любовь и весьма драматичный по содержанию «Малолетка». Пятый бит в нашем списке, и это, конечно же, исполнитель из Магадана Фогель, который, судя по всему, вдохновился схожим по звучанию и названию хитом от Лёши Свика «Стерва». Шестая строчка, и это трек от белорусского хитмейкера Мэвла, который можно с легкостью спутать с некогда популярным хитом от группы Viagra «Попытка номер 5». А я простил ее, но опять, опять, Седьмая мелодия, и я уверен, что большинство смогли услышать знакомые нотки хита, который вышел зимой 2020 года и только сейчас покинул верхние строчки чартов от Моргенштерна и Вити АК «Ра-та-та-та-та-та-та». Сука, новый автомат, 47 АК, мы палим города, ра-та-та-та-та. А сейчас испытание. Как всегда, попробуй угадай, какому хиту принадлежат эти строчки, и сразу же напиши свой ответ в комментариях, если есть желание попасть в наше следующее видео, так же как и эти везунчики. Восьмая строчка нашего чарта – это певец Рамиль с любовной историей в нежном и проникновенном хите «Мадонна». Девятый бит, и если хорошо прислушаться, то можно легко услышать трек от солистки Black Star Клавы Коки, в котором она намекает на свои прежние романы «Покинула чат».
Десятый бит занимает один из главных представителей молодого поколения хитмейкеров Тима Белорусских со своей энергичной композицией «Одуванчик». Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам, ты выдыхаешь... Одиннадцатый бит, и это исполнитель из России Райс с треком про девушек, которых интересуют исключительно деньги и бриллианты, «Тебя манят». Тебя манит моя мани, только не любовь. Тебя манит только запах дорогих духов. Тебя манит и не парит вообще ничего. Понравилось угадывать песни по мелодии? Тогда прямо сейчас нажми лайк под этим видео, оформи подписку, получать все уведомления от Music Club, и ты увидишь новый видос с самым первым.